Доброе утро! Сегодня буду открывать очередную ячейку календаря Look Fantastic. Делаю это каждый день в декабре. Поэтому, если вы случайно нашли мое видео и не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Также под этим видео и на моем канале в шапке есть такой значок звоночка. На него можно нажать, и тогда вы будете получать уведомления о всех моих видео. Что же очень удобно. Вот, вчера в календаре мне попалось очередное масло Ойон, наверное, так оно произносится, для волос. Я его вчера вечером попробовала после мытья. Ну, оно довольно отличается сильно от Марокко Нойл, от Ланкастер. Оно не такое силиконистое, на ощупь оно более сухое, что ли, лучше впитывается. Волосы не жирнит совершенно. Ну вот, не знаю насчет эффекта. Мне кажется, кончики сухие. Ну, конечно, такими вот вещами ими нужно пользоваться какое-то время, прежде чем сказать, нравится или нет. Поэтому я вот буду им пользоваться этот месяц. Ну, сколько вот уже осталось. И где-нибудь в последних числах декабря будет видео обо всех продуктах из календаря, которыми я пользовалась. Я буду пользоваться практически всеми. За исключением тех, которые я и так знаю и которые использовала до этого много. Вот. И буду делать обзор вот всех продуктов, что мне понравилось, что мне не понравилось, что я готова купить, что я не готова купить. И в таком духе. Так что... Не забудьте подписаться. И включить уведомления, если вы подписаны уже. Давайте открывать. Что же у нас сегодня? Итак, сегодня мы снова переходим на другую половинку календаря. Номер 10. Что же у нас здесь? Ресницы. Я на самом деле надеялась, что здесь что-то другое, такой большой упаковки, но здесь ресницы. О, они были даже приклеены. Это одни из самых таких известных, популярных ресниц Ardell Whispies. Здесь еще клей к ним должен быть. Да, вон он лежит маленький. Demi Whispies это. Но, если честно, попробую как-нибудь к праздникам, наверное. Может быть, вот к видео, которое буду делать обо всех продуктах. Вообще, у меня с накладными ресницами сложные отношения. Они мне отклеиваются, либо мне в них некомфортно. Ну, как-то и клеить тоже я их не очень умею. Сейчас как раз тренируюсь. Хочу на праздник все-таки одеть ресницы. Тренируюсь на более дешевых, которые не жалко испортить. Вот, так что на эти ресницы я, скорее всего... Ну, обзор на ресницы я даже не знаю, как делать. Они, скорее всего, хорошие ресницы. Вот они тут. Их все очень хвалят, очень любят. Купить их у нас тоже можно, я думаю. Ardell точно есть. Не знаю, есть ли Whispies, но я думаю, есть.